Извините, скажите, пожалуйста, неделю назад в столице у нас прошел парад ревности, так в простонародье называемый гей-парад, и в августе намечается в Одессе. Что вы думаете по этому поводу? Мне абсолютно все равно. Секс-меньшинств? А? По поводу секс-меньшинств? Да. Ну, лично я как бы ничего против них не имею. Главное, чтобы меня не трогали. Допустим, в моем доме живут двое мужчин вместе. Меня не трогают, и меня эта проблема абсолютно не волнует. Главное, чтобы люди не показывали это. Ну, я понимаю, но это же происходит, выходят на парад. Как к этому относиться? Нормально. Ну, вы понимаете, что это, как сказать, поколения-то разные. Я понимаю, что вы, скорее всего, будете негативно к этому относиться, но... В связи даже вот сейчас без виз, как понимаете, что страна будет меняться, что это будет уже, по-другому как-то. То есть, почему она должна меняться именно в эту сторону? Что через 5, через 6 лет люди будут, мужчины, ходить за ручки, целоваться. Я вам скажу больше, 6 лет назад я впервые увидел в метро, двое мужчин целовались. Это я впервые, когда увидел, был за границей. Где? За границей, в Германии. Так вам уже это не в диковинку. Да, двое мужчин целуются, как бы для меня было это шоком, как бы для начала. Сейчас, как бы, я бывает в метро еду часто, вижу людей, как бы, женщины вместе, то есть меня это как бы не задевает абсолютно. Главное, чтобы меня никто не трогал все. Ну, это в какой-то степени позиция «моя хата с краю». Нет, это не позиция, понимаете, они же тоже имеют право на существование, как бы. Да, церковь запрещает, у церкви есть своя позиция, но я считаю, если человеку что-то приносит удовольствие, как бы это его личное дело. Я понимаю, но... Главное, чтобы он меня не затрагивал. Мы, гетеросексуалы, почему мы не устраиваем парады по этому поводу? Нет, насчет парадов я против, Этого показывать не надо. Зачем это на показ? Показов не надо, то есть это ихнее, то есть они пускай там по квартирам собираются, занимаются чем хотят. Этому поводу вообще вопросов нет, конечно. Я именно по поводу показухи этой. Ну, я против показухи. А личное мое отношение к ним такое же, как ко всем другим людям. Это ихнее личное дело, как говорится, знаете, в чужую постель. Меня это абсолютно не интересует, чем там люди занимаются. Спасибо за ваше мнение. Удачи вам, хорошего дня. За каналы, YouTube я вам сейчас расскажу, как найти. А вы видеоблогер, да? В общем, да. Я понял.